Метроэкспо – это отличная возможность для предпринимателей найти не только новую площадку для бизнеса, но и познакомиться со своими потребителями. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Как ваше настроение сегодня? Настроение отличное. Очень интересная выставка, яркая, красочная. Самое то, что, я думаю, всем понравилось, это интересные очень панели. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, какой бизнес вы представляете сегодня? Кондитерская фабрика по производству традиционных продуктов. Это карамель, зефир, пастила, мармелад, птичье молоко. Но единственное у нас нетрадиционно то, что мы выпускаем только из натурального сырья, не пользуемся никакими химическими веществами, только натурально. Можно сказать, что ваш продукт не только вкусный, но в том числе и полезный. Да, безусловно. Особенно он содержит фруктовые наполнители, агары, пектины. Это все то, что нужно для здорового питания. У вас есть какие-то планы или, может быть, задачи, которые вы ставите перед собой для того, чтобы, скажем так, ваше посещение Метроэкспо 2019 было эффективно? Бизнес. Мы уже привыкли, что это не в ту же секунду происходит отдача. Мы участвуем практически во всех выставках, которые проходят уже на протяжении 27 лет. И это необходимый инструмент, необходимый для того, чтобы знать, что происходит в отрасли, что, как нашу деятельность видят и ритейл, и люди. То есть это изучение всей инфраструктуры, все, что вокруг производителя. Я хочу пожелать вам этих успешных двух дней. Давайте проведем их максимально с пользой. Я думаю, что все потребители и все партнеры, которые сегодня имеют возможность пообщаться с вами лично, благодарны вам за то, что вы делаете не только вкусный, но и полезный, здоровый продукт. Спасибо. Будем так и продолжать делать. Спасибо.